Так, ребят, всем здорово. Это третья часть видосика по улучшению скиллов. Давайте чекать, что у нас здесь происходит. Мы обозрели уже две трети из вот этого вот списка в плане улучшения скиллов на соответствующих профах. На СБшке мы закончили в прошлый раз. По идее, нужно сейчас Сильфа прогнать, но Сильфа я хочу оставить вам на сладенького, потому что Сильф — это жесть вообще, что там налучали. Добро пожаловать в Lineage 2 Essence. Не зависи от других. Играй в одно окно, бафаясь самостоятельно. Не трать время на гринд, включи автобой, и персонаж прокачается сам. Боссы усилены, и теперь в открытом мире. Отвоюй их у всего сервера. Брось вызов Олимпу. Сражайся за звание героя каждый день. Играй в Lineage 2 Essence на Фогейме. Давайте пройдемся по спойлу для начала. Вот это вот спойл дестройер, вот этого вот скилла, по-моему, сейчас в игре нет. Я его не нашел. Я думал, это бросок монеток, да, потому что тут как будто бы, ну, монеточки вот такие. Но бросок монет, ну, а бросок монет, он называется оглушение монетами. И, по-моему, он то ли двухзвездный, то ли что-то там какие-то такие приколы. В общем, вот такой вот будет приятный скилл. Не знаю, сколько он откатывается, но тем не менее. Как у крафта, наверное, просто ведут именно что новый. В общем, был у него урон 8300, станет 11 практически. Это хорошее увеличение урона. И, ну, он станет ауешным еще, этот скилл. Это вкусно и это классно, но будет расходовать руду, поэтому имейте в виду. Ну и все. А, P attack range increase. Увеличена еще область его применения. Увеличено количество целей и уменьшен откат. Приятно, приятно. Ну, посмотрим, как это будет работать. Смотря сколько он откатывается, потому что его сейчас, в принципе, в игре нет, и непонятно, как им вообще пользоваться. Так, life gain. То же самое, в принципе, что и у, значит, крафта. Вот. Единственное, макс хп вам просто на халяву докинут практически десятку. Это жесть. Это просто жесть. Значит, ну и шанс крита физ-скиллов плюс 15%. Ну и вот такие вот всякие незначительные штучки, да, то есть разгоните там до 40, получите еще вот такой вот небольшой бонус. Вкусно, вкусно, как минимум, нифига себе, 9500 хп, офигеть, это супер дофига. Так, давайте теперь пройдемся по самонам. Ну, увеличение потенциала вот этого вот кубика, который у нас есть. Была М-атака плюс 550, станет плюс 3400. Это охренеть, какой бонус к М-атаке. Вот, добавится резист ко всем видам оружия плюс 3%. Это очень важный резист, который хрен вы откуда вообще достанете. Вот, значит, и в чем фишка еще вот этого вот кубика? Если он активен, то, соответственно, раньше каждые 8 секунд у вас триггер урона в виде такого появляющегося самона возникал. Теперь будет каждые 5 секунд, и это тоже офигительно классно, потому что 8 минус 3, ну, примерно на 40% чаще он будет возникать. Это очень круто, то есть и плюс еще много атаки вам докинули, да, и немножечко совсем чуточку выживаемости, но такой ключевой выживаемости на самом деле. Вот, прицепили расход руды, но я думаю, не умрете вы без этой, без руды. Вот, самонеров Ева, да, мы же по коня обозреваем. Значит, пассивочка вот такая вот двузвездная, была им атака плюс 150, станет плюс 1800. Значит, был шанс крита скиллом магическим плюс 5%, станет плюс 11. Ну и дополнительный крит урон еще на 400. И это вкусно, это дофига. Короче, конкретно коню закинут дохренище магической атаки. ХЗ. Сумон по факту просто обычный маг, просто немножко более живучий за счет того, что часть урона у него уходит в его призванное существо. Так, что с котом? Суп с котом, как моя бабушка говорит. Значит, говорила, царство небесное. Так, магическая атака плюс
было 210, стало плюс 2000, то есть по факту вам 1800 магической атаки докинули. ПДФа и МДФа по 800, а было всего лишь по 50, и шанс крита макс-киллом плюс 9%. Приятно? Приятно, тем более для двухзвездной пассивки. Вот, и такой же вот кубик, как и у коня, только у человека, было плюс 550, М-атаки будет плюс 3400, вот такой же резист от оружия, также было 8 секунд кулдаун у дополнительного урона, станет типа 5 секунд. Вкусно, вкусно. Ну, кубики у всех одинаково, по всей видимости, да, получали. Вот, у ФС с кубиком все, ага, здесь... All Weapon Resistance только плюс 1%, а не плюс 3%. Не знаю, почему так не любят темных эльфов. СХ, по-моему, и ФР тоже типа поменьше, чем все остальные получили. Я не знаю, почему. Наверное, люди просто рефлекторно играют на самых уронистых таких персонажах. Вот. И поэтому они немножко меньше бонусов. Они от природы, короче, и так самые дамажные, поэтому их не особо спешат апать. Ну, наверное, разумно. Ну и вот такая вот пассивочка. Но здесь вот, кстати, у ФС очень даже все хорошо, он больше всех остальных. Хотя нет, хотя да, хотя нет. Ну, примерно так же, как все остальные. Плюс 3% шанса маккритов. И М-атаки еще было 170, а станет плюс 2100. Вкусно? Вкусно, офигенно. Суммонеры, короче, грубо говоря, какое заключение можно сделать по суммонерам, они стали гораздо более дамажными. Ну, не то, что прям вот супер сильно гораздо более дамажными, но средний саммон, он хорошо увеличит свой урон, я думаю. И будет у него все хорошо по жизни. А учитывая, что он типа часть этого урона вроде бы своему пету отдает. Хотя петы, ну я хз. Ну, в общем, в PvP интереснее немножечко чуть-чуть стали. За счет того, ну, если они смогут пету там эффективно как-то использовать. Что, конечно, вряд ли. Вот. Ну, на PvE тоже окей. Так, теперь давайте смотреть танков. Танки, 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 танки. Так, ну, во-первых, пассивочка вот такая вот есть у танков. Она, по-моему, у всех одинаковая. На всякий случай проверим. В общем, если у вас есть там 5000 защиты, от 5 до 15 тысяч физической защиты, у вас по атаке была плюс 900, станет, значит, тоже плюс 900, но добавится еще немножечко 1,8 шанса ударить скиллом критом. Ну и по атаке еще пассивно вам, несмотря ни на что, прибавляется 1500. Приятно, приятно, как ни крути. Так, а дальше лунатик. Господи. Виктория. Давайте попозже ваши фотографии посмотрим. Так, закроем телеграм. Прошу прощения, ребят, за извещение. Так, лунатик крашер. Этот скилл, по-моему, и сейчас есть у ДА. Значит, здесь в чем прикол? Атакует ближайших врагов с мощностью 10600, она станет 12150. Ну, я немножко округляю просто. Вот, и значит, в чем прикол? Ну, увеличение мощности, уменьшение отката и увеличение шанса застанить цель. Приятно, приятно, почему бы и нет. Вот такая типа ауешечка, которую можно в толпе прокидывать. Это у нас у ДА. Так, с паладином. Пассивочка, нет, пассивочка лучше. Смотрите, там было 1,8, а здесь получается плюс 8% шанса крита скиллом. То есть паладин по сравнению с ДА в ПВЕ немножко менее эффективен. Теперь чуть-чуть идут корейцы в сторону того, чтобы их уравнять в плане ПВЕ потенциала. Вот, ПДФа, правда, здесь добавят, а не физической атаки. Вот, но все равно, окей, почему бы и нет, ПДФ очень даже хорошо. Так, и второй скилл это щит охраны на 20 секунд на всю вашу пати. Входящий хил плюс 30%, ПДФ, МДФ по 30% на 20. Теперь он на 50 секунд. И кроме прочих бонусов, all critical damage минус 240. Ну, а почему бы и нет. Так, ресивер. Ага, и немножечко будет руду еще расходовать. Ну,
классно, типа, был 20, стало 50. Вот то, что время увеличили, типа, в 2,5 раза, это офигеть как круто. Это рили офигеть как круто, может быть, кто-нибудь будет даже бегать. Ну, типа, можно, типа, пачки выживачей мутить, там, типа, с танком и с луками, которые будут бегать, выживать за счет ловкости и плюшек, которые она дает, и прокидывать дебафчики, наверное, хз. Значит, с паладином все понятно, теперь у нас ТК. У ТК такая же здесь пассивочка, как и у паладин, то есть повышение ПДФа и повышение шанса крита скиллом. И вот это вот, значит, пати УД, а, нет, только здесь соло, просто УД на танк, ну типа УД на танка. Макс ХП плюс 30, ПДФ МДФ плюс 30, скорость плюс 10%. Значит, и кроме всего прочего, all critical rate минус 12%, весь входящий крит урон уменьшается его вероятность критов по вам на 12%. Такой соло-танк, типа, чьи защитные способности для пачки не нужны, он просто должен сам бегать в соло, быть защищенным. Ну окей, чё бы нет, чё бы нет. Вот такая вот штука у ТК и у ШК. Давайте смотреть, что здесь, в чем прикол. Проклятие Шилен, трехзвездная книжка. Блин, здесь они так неудобно расположены, просто я не могу... Давайте начнем с вот этой вот пассивочки. Она, как и у ДА, дает нам пассивно полторашечку физатаки, но очень мало прибавляет крит шанс скиллов. А относительно проклятия Шилен, давайте смотреть. Значит, бьет по ближайшим врагам с помощью Шилен, значит, с мощностью 10600, этот урон будет увеличен до 12167. Вот, в PvP эффект какой? С некоторым шансом убирает до 3 бафов, значит, и на 10 секунд, как бы кроме этого прочего всего, макс ХП, МПЦП минус 20%, также минус, минус сила скиллов еще будет на 16%. А к ПВЕ эффекту уменьшение мощности скиллов, с помощью которых вас бьют мобы, тоже минус 6%. Не знаю, причем здесь скилл пауэр минус 10, и еще скилл пауэр минус 6%. Типа, ну такое, в ПВЕ, в общем, этот скилл вам все равно не пригодится, а в ПВП, кроме прочего, он будет еще уменьшать силу скиллов ваших оппонентов. И чем сильнее она разогнана, тем эффективнее будет этот дебаф. То есть, если вы бьете чела, у которого этот показатель разогнан до 100%, да, там мощности скиллов, и уменьшаете ему на 16, с него может лететь там до 30, я думаю, вполне себе спокойно. И это окей. Немножко поменьше урона будут наносить те челы, против которых вы воюете. Вот такие вот изменения по танкам. В общем, немножко местами подняли урон, немножко местами подняли выживаемость. Все, все. Чуть-чуть потенциал дебафа вот у ШК тоже увеличен. Так, давайте теперь смотреть на Тира. Кватарис Спирит. П-атака была плюс 100. За счет этой пассивки станет плюс 2000. Возможно, этого скилла сейчас нет, но он появится в дальнейшем в игре. Вот. Ну и, соответственно, еще дополнительный урон от критов физических скиллов, значит, был плюс 40, станет плюс 300. Ну, хотелось бы больше, ну да ладно. Burning Strike, да, вот этот вот, значит, горящий удар или типа того, был урон у него 6000. 185 станет под десяточку. Это вкусно. Вот, соответственно, еще добавили минус 50% дополнительного вот этого вот probability of triggering an additional hit. То есть дополнительный какой-то урон, который, допустим, у СБ из-за бури молнии вылетает. Минус 50%, что он продолжит. Ну, минус 50% к шансу его вылета. Вот. Что тоже очень даже вкусно. Ну и все. П-атака увеличена, additional hit trigger, значит, и дебаф на уменьшение триггеров. Окей. Окей, окей, окей. Так, с Тиром тоже разобрались. У меня уже голова не соображается разборами этих скиллов. Значит, давайте теперь пройдемся по хилам.
по хилам. Sacred Power. Чем больше у вас магической защиты, тем больше вам дают магической атаки. Вот эта Sacred Power, скрытая мощь, она у всех одинаковая абсолютно. Ну и, соответственно, если вы разгоняете там магическую защиту больше 8000, а это не супер трудно, значит, вам давали раньше магической атаки 800, будут давать плюс 1500. Это вкусно, плюс 700 халявной магической атаки, а почему бы и нет. Вот, плюс еще физической защиты, просто пассивненько вам 300 докинут, это хорошо. Вот, баланс у Биша улучшили в плане того, что он уравнивает количество ХП у членов группы, плюс 10% восстанавливает, теперь будет восстанавливать плюс 16. Хорошо? Хорошо. Значит, благословление Инхасад, двузвездная пассивочка, будет давать нам чуть-чуть побольше эм-атаки и защиты, но защиты, конечно, здесь понты, но будет увеличивать наш шанс крита скиллом. Это вкусно, это хорошо, можно будет из своей палочки вытащить шанс крита и засунуть туда, допустим, либо силу крита, либо тупо маг-атаку, и немножко увеличить свой потенциал в ПВЕ. Хорошо? Хорошо. Так, Биша разобрали, теперь у нас Еешенька. Так, та же самая Sacred Power, также чем больше магической защиты, тем больше магической атаки. Master Children of Eva, смотрим, что здесь. Пассивочка, эм-атаки нам докинут 600, да, было 150, станет 750. Увеличение шанса магического крита было 5%, станет плюс 26, ну и немножко еще крит урон докинут, но там, конечно, слезы, невозможно смотреть вообще. Так, значит, Ноктюрн Евы. Ноктюрн Евы, что это было? Это такой клинс, который еще на 5 секунд увеличивает вашу сопротивляемость дебафом. Теперь у него уменьшили откат и, соответственно, увеличили тот резист к дебафам, который он накидывает, то есть меньше дебафов благословленным челом вот с помощью вот этого скилла будет залетать. Хорошо, хорошо. Так, а, ну и на этом все. Так, по ЕЕшке, во всяком случае. И ШЕ. ШЕ, на самом деле, тоже интересные изменения. Sacred Power точно то же самое, что и у других. Немезис сейчас в конце хочу рассказать. Master Children of Шилен. Значит, шанс крита скиллом был 10%, станет 13%. Это сильно меньше, чем у Биша добавили и у Иешки, но у Шие за счет Пова очень хорошо разогнан этот параметр изначально. Вот, маг-атаки было плюс 170, станет плюс 920, что тоже вполне себе окей. Вот, и Немезис, не помню, как переводится этот скилл на русский. Значит, в чем прикол? Это такой дебафчик, когда весь входящий хил минус 75% был. Вот, во-первых, это теперь АУЕшка, которая наносит солидный урон по площади. Это уже хорошо. Вот. Кроме того, к дебафу добавилось то, что П физическая атака и физическая защита уменьшаются на 900 у цели. Ну и в принципе, а чё бы нет? Если вы активно использовали этот скилл, теперь еще более активно его используете, и будет у вас по жизни все хорошо. Плюс еще урончик. Не знаю, вряд ли сможете с мопчиками что-то делать, да, как минимум потому, что будет расходовать руду духов, но тем не менее, прикольное улучшение, как по мне. Так, ну и хилов разобрали, и теперь у нас один единственный неразобранный есть персонажик, это Сильф. Буквально последний из того, что мы сегодня разбираем. И смотрим. Long Range Attack. Значит, двухзвездная пассивочка на увеличение дистанции. По-моему, ее сейчас нету, если я не ошибаюсь. Может быть, попозже ее нам введут. В общем, П-атака была плюс 100, станет плюс 3000. Просто из ничего 3000 физатаки. Ну, 2900, да, ну, что сейчас, ну, с учетом того, что сейчас нету и этого скилла, то есть плюс 3000. Офигеть, как дофига. Вот, атак рейндж был 110, станет плюс 200. Но это дистанция атаки просто автоатакой. Вот, скилл рейндж, дистанция ударов скиллами, плюс 100. И это охренеть, потому что вот этот вот тройной выстрел вы с рекордно дальней дистанции сможете производить. И это офигенно, и это очень круто. То есть вашим таргетам всем абсолютно нужно будет еще добежать до вас,
А, и пока они бегут к вам, даже если это рейнджевики, потому что у них меньше дистанция удара, чем у вас, они уже начнут получать по мордасам. И это офигенно, и это круто. Вот. Плюс 12% еще шанса крита. Для Сильфа важнейший показатель в PvP — это шанс крита скиллом. Важнейший. Ради него упарывают там типа десятых всяких там небул и так далее, потому что, чтобы все три пульки кританули, да, вот это вот у него тройной выстрел, если критуют все три пульки, очень много урона, чтобы все три кританули, нужно дохренища шанса крита. И здесь вы просто получаете тупо пассивно, короче, вот этот вот прикол. И это офигительно, это для Сильфа, вы бьете супер далеко, вы бьете с офигительным шансом крита. И это круто, но это только первое улучшение его скилла. И сейчас я вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение, вы вообще охренеете. Вот, Going Charge, что это? Это апрокид сильфовский по площади, когда он типа достает вот эту снайперскую винтовку свою, вот этого целится, вы так водите жалом типа туда-сюда мышкой и типа, пфф, и все опрокидываются. Вот такая вот штука. Значит, в чем прикол? В чем прикол? Раньше он бил с мощностью 8000, ну, игнорировал еще 50% защиты врага, ну, и опрокидывал по хорошей площади, ну, то есть по линии. Теперь, на 10 секунд. Knocking skill with fixed cast time. Duration 10 секунд. Как будто бы вы на 10 секунд кого-то опрокидываете, но я что-то не знаю, может быть, я не так считываю информацию. Вот, PDF и MDF. Может быть, пока вы целитесь, может быть, это вот пока вы целитесь, типа, да, то есть в течение 10 секунд вы можете прицеливаться, и на это время у вас физическая магическая защита по полторахе и сопротивляемость дебафом плюс 20%. Наверное, это имеется в виду. Вот, была мощность 8000, стала 10000, да, то есть плюс 25% к урону, но он не ради урона нужен этот скилл, вот, и игнорирует еще защиту на 50%, вот, уменьшение времени отката, увеличение шанса опрокидывания. Так, PDF, MDF, ну и расходует немножко руды. В общем, для Сильфа это как будто бы намек на какое-то его возрождение. Сейчас Сильфы, конечно, СБшкам уступают, и это все понятно. Однако вот это даст им хотя бы какую-то нишу, что они там кого-то откуда-то там будут типа опрокидывать время от времени, а может быть иногда даже отстреливать каких-то пацанов с рекордно больших расстояний. Вот. Ну и урона у них добавится, конечно, дохренища. Тупо плюс 3000 физической атаки, тупо плюс 12% крита скиллом, и это самый нужный для них показатель в ПВП. Очень интересно, очень вкусно, очень сладенько. Сильфы, это прикольно. Вон пули от дедули как раз у нас на экране все это время изничтожает мобов. И потихонечку, наверное, будем надеяться, ждет вот эту вот обнову, где сможет прокачать свои скиллы. В общем, проточка скиллов на Сильфе дает столько, что я хрен его знает вообще, у кого это мощнее повлияет на урон, наносимый в ПВП. И на этом все. Огромное спасибо за внимание, совсем скоро увидимся в следующих роликах, ссылки на остальные части, где мы разбираем вот эти вот все проточки скиллов, есть в описании, и пока!